Всем здорово, чуваки, с вами, как обычно, я Ломберт, и со сегодняшнего дня на моем канале стартует такая рубрика под названием «Путь бомжа в России». Сейчас перед вашими экранами появится список всех целей, которые я хотел бы добиться на протяжении всего этого пути. И, кстати, если вы хотите заработать 200 блэккоинов на свой аккаунт, то обязательно досматривайте этот видеоролик до конца, потому что в разных углах этого видеоролика будут появляться буквы, и из этих букв вы должны собрать целое слово. И первые 3 человека, которым мне в ВК напишут это слово, получат по 200 блэккоинов на свой аккаунт, так что внимательно досматривайте этот видеоролик до самого конца. Естественно, этот путь я буду проходить на таком проекте под названием Black Rush, а именно на 20 сервере под названием Ice. Если вы захотите сыграть вместе со мной, то ссылка на актуальную версию Black Rush, и, конечно же, будет в описании под этим видеороликом. Ну а давайте я не буду долго тянуть, и желаю вам приятного просмотра. Перед всем этим мы должны, конечно же, придумать никнейм для нашего нового аккаунта. Например, Ламберта. Ладно, давайте поставлю фамилию Винцест. Эту фамилию я придумал только что из головы, так что не знаю, есть ли такая фамилия, есть ли вообще игроки с такой фамилией на сервере. Конечно же, выбираем 20 сервер Ice, и при регистрации обязательно вводим мой никнейм Ламберто Фобс, чтобы получить 50 тысяч на 5 уровне. И сейчас, наверное, качество картины будет довольно-таки противное, потому что при записи экрана произошла какая-то ошибка. Из-за этой ошибки качество 100% испортится. Я за это извиняюсь, но в следующем видеоролике я обещаю такого не будет. Вы сейчас, наверное, думаете, что мы сейчас будем выполнять вот эти вот квесты, но на самом-то деле нет. Мы вводим такую команду /donate, так, /donate вводим, и заходим в такой раздел под названием Black Pass, дальше задание, и будем выполнять задание в Black Pass. Вот, например, есть такое задание. В этом задании мы должны просто зайти в казино, и за это нам дадут 5000 рублей. Дальше есть еще одно такое задание, посетить городскую больницу, и за это нам дадут еще 3000 рублей. И вот еще одно задание, за это задание нам дадут 5000 рублей, мы должны просто посетить любую закусочную. Считайте, что уже в первые минуты мы налегке заработаем 13000 рублей. И, кстати, я путь мог бы проходить на своем том аккаунте, в котором я снимал будни ГИБДД, но на этом аккаунте 15 левел, так что этот аккаунт все-таки не подошел бы. Вот я приехал в больницу, давайте зайдем внутрь и выполним наш квест. Получается, вот заходим, все, мы выполнили задание, здоровье превыше всего. Теперь давайте заедем в ближайшую закусочную, чтобы выполнить еще одно задание в Black Pass. Так, получается, заходим внутрь, все, мы выполнили задание «Любитель покушать». Теперь можем смело ехать в казино, чтобы выполнить еще одно задание в Black Pass. Вот сюда вот давайте оставим наш скутер, заходим внутрь казино, надеюсь, с первого уровня можно, да, оказывается, можно, и все, мы выполнили задание в Black Pass. Так, теперь, получается, давайте вводим команду /donate, дальше переходим в раздел Black Pass, задание, и забираем все наши призы. Вот, например, за первое получили 3000 рублей. Получается, теперь забираем, за второе получаем 5000 рублей, так, опять же забираем, и за третье задание мы получаем еще 5000 рублей, мы эти деньги тоже забираем. Прошло ровно 10 минут после создания этого аккаунта, а на моих руках уже 13000 рублей. Вот теперь мы можем выполнять все задания в квестах. Сейчас я приехал на шахту, чтобы выполнить первый квест, на шахте я должен заработать 1000 рублей, давайте нажимаем да. И, кстати, не забывайте проходить вот эту вот капчу, эта капча нужна, чтобы определять ботов на сервере. Для вас прошла секунда, для меня несколько минут, я уже заработал 1620 рублей на шахте. За выполнение этого квеста нам дали 1000 рублей, 1 очко опыта, и дали еще мои заработанные деньги. И получаем еще 1000 рублей за выполнение задания в Black Pass. Сейчас я приехал в автошколу, чтобы выполнить уже второй квест, это получить водительские права. Я сдал экзамен, теперь просто мне остается сдать практику. Все, я получил водительские права, мне дали 2000 рублей и 1 очко опыта. Сейчас я приехал в банк, чтобы создать банковский счет, это, кстати, тоже квест. Так, давайте, получается, выходим назад, открыть новый счет. И давайте напишем в названии Ламберта. Нажимаем далее. И все, за выполнение этого квеста нам дали 5000 рублей и 2 очка опыта. Вот я хочу купить скин, но у меня такой баг, что у меня пишет, что у меня нету места в инвентаре. А когда я хочу открыть инвентарь, то он у меня просто не открывается. Я решил перезайти, потому что из-за этого бага я не могу выполнить многие квесты. Вот, теперь уже инвентарь нормально открывается. Покупаем этот скин почти что за 6000 рублей.
Все, мы выполнили квест, за это нам дали 2000, точнее 3000 рублей, 1 очко опыта. Покупаем вот эти вот коричневые очки за 10 тысяч рублей, нажимаем кнопочку купить. Все, мы купили, за это нам дали 10 тысяч рублей, 2 очка опыта. Ну, считайте, мы получили эти очки абсолютно бесплатно. Кстати, вот и статистика моего аккаунта, у меня 6 очков из 8, мне нужно еще 2 очка опыта, чтобы поднять второй уровень. Так, давайте купим мобильный телефон за 2000 рублей, и за это нам дали 4000 рублей и 1 очко опыта. И мы получаем еще 3000 рублей за выполнение задания в Блэкпассе. До Payday осталось 2 минуты, и после создания этого аккаунта прошла 41 минута. Можете меня поздравить, на моем аккаунте уже второй уровень, а это значит, что я могу устраиваться на официальную работу. Я прибежал в правительство, получается, подходим вот сюда вот и устраиваемся на работу водителя автобуса, и получаем 5000 рублей и 1 очко опыта. И, кстати, не забываем про самое главное. Когда вы достигнули второго уровня, вводим такой промокод решеточка Ламберта. И получаем за промокод 15 тысяч рублей. Правда, конечно, мы должны были получить еще 2 очка опыта, не знаю, почему их не выдало. Сейчас я нахожусь в больнице, чтобы получить медкарту, но почему-то вот этот вот врач не хочет мне ее выдавать. Представляете, мне вот этот вот медик предложил пройти обследование всего-то за 1000 рублей. На самом-то деле было должно быть 5000. Все, я получил медкарту и получил за это 10 тысяч рублей и 1 очко опыта. На моих руках уже 50 тысяч рублей, и все это всего-то за 1 час игры на сервере. Сейчас сюда должен приехать мой один знакомый и принять меня в семью. Я хочу вступить в семью, потому что, чтобы просто выполнить квест. Сейчас давайте посмотрим, что дают за этот квест. Так, получается, вот вступить в семью. Получается, дают 7000 рублей, 1 очко опыта. Так что, считайте, у нас будет почти, ну, 60 тысяч рублей. Вот, он мне кинул приглашение в семью. Я, конечно же, принимаю и получаю свои за достойные 7000 рублей и 1 очко опыта. На моем аккаунте уже 4 очка опыта из 12. Мне осталось добить еще 8 очков опыта, чтобы получить 13 уровень. В принципе, наш видеоролик на этом подходит к концу. Мы получили второй уровень, заработали почти что 60 тысяч. И вступили в семью, получили медкарту, все нужное. Теперь уже в следующем видеоролике мы будем работать, зарабатывать, может даже и вступим в какую-либо организацию. Ну а с вами был я, Ламберт, ребят. Всем удачи и всем пока-пока. Увидимся в следующем видеоролике.